смотрела на тебя, да? И вот в первую брачную ночь она называет в постели Артура Димы. Вот что делать в такой ситуации? Вообще, я вот, знаешь, Влад, я придерживаюсь вот этой вот, ограждать девушек от вот этого всего нельзя. Это вообще неразумный запрет. Лучше это произойдет раньше, чем это произойдет через 6 лет. Все вскроется, да? А пыли вообще не произойдет. Хорошо, Артур, вот правда, если эта Катька посмотрит на голых мужиков, тебя прям так это смущает, ты прям что вот, ну что с тобой случилось? Ты уже сидишь вот в этом пуховиках. А? Если в кровати она зовет тебя Димой, если чувствую лохом, сижу на ловном месте. Но если ее так возбуждает Дима, оно может... Да, пусть идет, садится к нему, какие вопросы? А Дима занят, поэтому она сидит с тем, вот пусть ждет, когда они расстанутся, сейчас просто. Ну как, она должна плакать у реки ждать пока, что ли? Артур, да нельзя быть таким неуверенным в себе, она замуж за тебя. Это ваши какие-то тенденции, то что неуверен в себе, значит, она ее куда-то не отпускает. Есть просто чувство неприятно. Неприятно. Просто неприятно, когда твоя женщина реагирует на других мужчин просто-напросто. Но я не могу понять, вот одно дело, когда ревность приводит к каким-то выяснениям отношений, а другое дело, когда ревность накрывает медным тазом чужое мероприятие. Я сегодня сказал Андрею Чехасову на тете то, что я запрещу все это мероприятие, но на самом деле я понял,